Здравствуйте, мы туристы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Лена, и мой гость зовут Валерий. Мы приехали на Тенерифе на недельку всего. Ну, естественно, must-see на Тенерифе – это Тейде. Чтобы посмотреть Тейде, мы решили воспользоваться, так скажем, услугами частного гида Константина. И не пожалели. Константин нам показал два города – Ля-Ротава и Ля-Лагуна. Аутентичные, красивые, симпатичные города. Ну и потом мы поехали на Тейде. Очень красивые пейзажи. Потрясающие, захватывающие пейзажи. Ну, я в восторге. Ну да, минус только, что не попали на канатную дорогу. Да, очень только обидно, что мы не попали на канатную дорогу, потому что она закрыта из-за ветра. Не поднялись на вершину. Ну, возможно, что это не последний наш визит на Тенерифе. Надеюсь, мы попадем туда когда-нибудь. Все, спасибо за внимание.